30 июня стартовал турнир на Кубок главы Кашхабского сельского поселения, в котором участвовали 8 команд: Сасрука, Зихи, Игерухай-1, Игерухай-2, Интер, Нур, Нур-Молодые и За переезд. Из-за жары турнир пришлось провести в несколько дней вместо запланированного одного. В минувшие выходные на футбольном поле аула Кашхабль прошел финальный матч турнира, где встретились команды Зихи и За переезд. Матч стал настоящим праздником футбола, собравшим множество зрителей, которые с нетерпением ожидали развязку турнира. Игра была напряженной, с множеством ярких моментов. Зихи продемонстрировали отличную командную игру и тактическую подготовленность, что позволило им одержать победу со счетом 4-1. Это триумфальное выступление принесло радость не только игрокам, но и болельщикам, которые горячо поддерживали свою команду на протяжении всего матча. Награду победителям вручил глава поселения Базет Хамдохов. Он отметил, что такие мероприятия не только развивают спорт, но и укрепляют дружеские связи между жителями. Очередной турнир традиционный на призы главы администрации муниципального образования Кашхабльское сельское поселение. Финал мы сегодня завершили. Игра была очень интересная. Ну, как всегда, победил сильнейший. Вручение проводит глава администрации муниципального образования Кашхабльское сельское поселение Хамдохов Байзет Аминович. Лучший защитник Дзыбов Мурат. Футбольный клуб «За переезд». Лучший вратарь Киржинов Дамир. Лучший игрок, по мнению и команд, и болельщиков, и всех, кто наблюдал этот турнир, Жирнов Давид. Финалисты турнира по мини-футболу на призы главы администрации — футбольный клуб «За переезд». Себя и футбол красивый был. Игра хорошая была, красивая. Молодцы. Почетной грамотой награждается футбольный клуб «Зихи», победитель турнира. Очень красивый футбол показали. Самое главное, без травм. Даже Митхафил Абсо турниром заходил. Турнир не только выявил сильнейших, но и подарил участникам и зрителям множество ярких эмоций и незабываемых моментов.